Откуда появились сомнения в нашей жизни, мы с вами узнали в предыдущем видео. А сегодня я расскажу огромный секрет, как избавиться от этих сомнений, в которых ты не уверен в себе, не знаешь, как быть, не знаешь, как поступить, что же делать, не уверен в том, что ты справишься, не уверен в том, что ты делаешь правильный шаг или правильный поступок, принимаешь правильное решение, сомневаешься в себе, сомневаешься в том, что ты справишься. Как избавиться от этих всех сомнений? Барабанная дробь, секрет. Как избавиться от сомнений в себе и в своей жизни. Минусы мы с вами всю жизнь убирали, переделывали на плюс и тратили огромное количество сил. Весь секрет в том, что свои плюсы надо улучшать. В каждом из нас есть плюсы. Это, я вам говорю, на 200%. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо там разговаривает, говорит, кто-то хорошо общается, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует. И эти плюсы надо развивать. Надо развивать, знаете, многие говорят, талант. Талант есть у всех. Только мы не развиваем свои плюсы, мы развиваем свои минусы. Точнее, мы работаем над своими минусами. А нам необходимо работать над своими плюсами. Как только мы начнем работать над своими плюсами, мы вырастем в колоссальных размерах вверх, вперед. Пойдем туда, куда нам хочется. Как только мы будем работать над своими минусами, мы будем уходить вниз, 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 ниже, ниже, ниже. Почему? Потому что, первое, минусы всегда неохота убирать из своей жизни. Минусы надо убирать. Минусы, потому что кто-то так сказал. Минусы, потому что надо убирать, потому что надо, кто-то сказал. Опять-таки, то есть это все накручивается не нами, это все накручивается социумом. И вот мы этим минусы работаем, всю жизнь мы их убираем, все ниже, ниже, ниже. Секрет в том, что минусы невозможно убрать. Они как были минусами, так и будут минусами. Они будут вас тянуть, они будут вас тащить вниз, вам будет не хотеться что-то делать. Плюсы – это наше преимущество. Плюсы – это мы. Мы созданы из определенных плюсов нашей жизни, и вот именно эти плюсы надо развивать в колоссальных пропорциях. Вы вырастете за колоссальное время. Я желаю всем удачи и развития своих плюсов. Пока-пока!